На традиционное в наших выпусках деловых новостей знакомство с лучшими бизнесами русской Америки вас сегодня приглашает Юлия Райдлер. В Пенсильвании состоялась очередная премьера Netcost Market. Бренд успешный и давно известный в Америке, но у этого магазина свои многонациональные особенности. Сеть магазинов Netcost Market продолжает расширяться. В Филадельфии открылся новый супермаркет. Это 8-й магазин сети супермаркетов Netcost Market и 2-й Филадельфии. Теперь у жителей этого города будет возможность покупать полюбившиеся им продукты рядом со своим домом. Новый Netcost Market удобно расположен, имеет свою парковку, а главное, отвечает всем самым высоким стандартам качества и ориентируется на многонациональный покупательский спрос. Магазин хороший, чистый, яркий, замечательные товары. Я пришла сегодня сюда первый раз, узнав, что магазин открылся. Он мне очень понравился, отличные цены, хороший магазин. Владельцы магазина вывели идеальную формулу успешного бизнеса. Здесь представлены лучшие товары со всего мира. Мясные и рыбные деликатесы, красная и черная икра, органические овощи, фрукты. В широком ассортименте представлена готовая кулинария. Тысячи рецептов разнообразных блюд, русская, азиатская, европейская кухня. В кондитерском отделе огромный выбор домашней выпечки. У нас есть домашние пирожки, ватрушки. Я хочу, чтобы каждый подошел и просто попробовал. Как и во всех магазинах Netcost Market, здесь действует программа лояльности. С дисконтной картой вы получите скидку на определенные виды товаров. Девиз компании – покупай и экономь. В нашем магазине большой выбор качественных европейских и американских товаров. Уже много лет супермаркет Netcost Market на американском рынке. Это мобильный, динамичный, современный бизнес, который все время развивается. Сеть магазинов Netcost Market была представлена в Филадельфии еще 10 лет назад. Пришло время открывать еще один магазин. И в этот магазин мы уже вложили многие наши знания. И магазин построен на самом высоком уровне по всем стандартам нашей индустрии. С каждым годом сеть магазинов Netcost Market расширяется, выходит на новый уровень. Но неизменным остается желание покупателей иметь такой магазин поближе к своему дому. Сегодня Netcost Market радует жителей Нью-Йорка и Филадельфии. А быть может, завтра откроет свои двери и в вашем городе. Юлия Райдлер, Ави Абрамов, НТВ Америка, Филадельфия.